Долгожданный пятый том Внуковского архива наконец-то в печати. И через несколько дней книга будет готова. Весь том посвящен первому и самому знаменитому фильму Александровой Орловой «Веселым ребятам». Публикация фотографий, огромного количества и материалов, большей частью не публиковавшихся, позволит наконец-то увидеть первоначальную версию фильма, увидеть фильм таким, ну хотя бы так виртуально, вот книжно, каким его предполагал снять Александров.